Китайская компания Тунвэй основана в 1982 и свое благосостояние построила на рыбоводстве, которым успешно занимается и сейчас. Однако в наши дни над прудами компании появилась надстройка из солнечных панелей. Проще говоря, эта модель предполагает выработку электроэнергии наверху и выращивание рыбы внизу. Такое решение помогает экономить ценные сельскохозяйственные угодья. При строительстве фотоэлектрических электростанций нам часто требуются огромные земельные ресурсы. Если мы используем много пахотных земель под солнечные панели, это приведет не только к потере земельных площадей, но и к снижению урожайности. В сферу чистой энергетики компания пришла в 2006 году и проделала весьма успешный путь, недавно войдя в список Fortune 500. Руководители Тунвэй говорят, что у компании сохраняется огромный потенциал для роста. Текущая годовая мощность Тунвэй Solar по производству солнечных батарей достигла 90 гигаватт. По состоянию на конец 2023 года совокупные мировые поставки солнечных батарей Тунвэй Solar превысили 200 гигаватт. По этому показателю мы занимаем первое место в мире в течение 7 лет подряд. Компания также – крупнейший в мире производитель поликремния, необходимого для изготовления солнечных панелей. В декабре в Тунвэй объявили, что инвестируют почти 4 миллиарда долларов в расширение его производства.